123 года со дня образования отметил Полярный. Ко дню города организации и учреждения подготовили подарки. Например, в историко-краеведческом музее торжественно представили обновленную экспозицию «Зал славы». Центральное место выставки теперь займет Меч Победы. Его передали музею на хранение главы региона и муниципалитета. Клинок, выкованный из златоустовской стали, инкрустированный драгоценными камнями. С особенной гравировкой, дарственной надписью. В торжественной обстановке передали в музей города воинской славы. У Меча Победы уже есть своя история. В июне оружие вручили главе региона Андрею Чибису. Церемония состоялась в Москве. В первой половине прошлого века этот город стал основой для формирования мощнейшего на сегодняшний день в нашей стране краснознаменного Северного флота, будучи базой этого Северного флота. И, конечно, по праву городу Полярному присвоено звание, вот это высокое звание, и тот меч Победы, который мы сегодня будем передавать в музей, это действительно важнейшая символическая церемония. Это один из 45 уникальных клинков, изготовленных мастерами с Урала специально для городов воинской славы. Изделия украшены растительным орнаментом, а на обратной стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Теперь Меч Победы Полярного займет достойное место в экспозиции историко-краеведческого музея. Неразрывно связано с историей нашего города. Если немножко 10 лет назад отодвинуть, мы начали строительство вот этой великолепной площади. Это морская душа, это композиция стелы воинской славы. И вот, наконец, сегодня достойное место займет в нашем архиве, архив это музей, Меч Победы. Там все написано лаконично, четко, за что дается нам этот меч. Зал, в котором клинок станет частью выставки, в этом году обновили. Ко дню рождения города торжественно открыли постоянную экспозицию. Зал войны стал более упорядоченным, признаются сотрудники музея. Кроме того, современный стиль и необычные дизайнерские решения расставили четкие акценты. Здесь гармонично смотрятся и бюсты, и макеты лодок, и даже словно выросшая в пространстве часть комнаты военного времени. Да и сама постоянная выставка дополняет общую концепцию главного хранилища города, отметил почетный посетитель. Весь музей действительно интересный. Погружаешься от истории от древних людей, которых, значит, могильники обнаружили, до очень такой важному элементу, о котором там не часто рассказывают. Это наша эскадра подводных лодок. Значит, это все, что касается Карибского кризиса. И, конечно, все, что касается войны. Очень, очень хороший музей, очень важный. И коллективу хочу сказать спасибо, потому что вот эти экспозиции, это благодаря их усердию, активности, получению грантов, это здорово. Поэтому это заслуга в значительной степени, во многом заслуга, конечно, самого коллектива. За это низкий поклон. Даже окна стали частью экспозиции. Фотопленка – тоже решение мастеров Санкт-Петербургской дизайн-студии. Именно они занимались ремонтом и размещением экспонатов. А обновлению зала с финансовой стороны способствовал полученный музеем грант на реализацию проекта «Военный Полярный». Однако это далеко не все мероприятия, задуманные музейщиками в рамках проекта. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках.